Всем привет! Меня зовут Николай, и сегодня я расскажу вам про вертикальный велоэргометр Sportop B90. Тренажер рассчитан на домашние кардиотренировки. Он достаточно компактный, 108 на 58 на 143 см и рассчитан на вес пользователя до 130 кг. Инерционная масса маховика 26 кг. Чем больше вес маховика, тем плавнее и тише работает тренажер. В тренажере 16 уровней нагрузки. Подходящий уровень сопротивления можно задать автоматически с помощью консоли управления. Конструкция тренажера эргономичная. Подобрано оптимальное для большинства пользователей расстояние между педалями, он же Q-фактор 19 см. Сами педали с антискользящим покрытием и регулируемыми ремешками. Сиденье анатомической формы. Регулируется по вертикали и горизонтали. Руль мультихватовый с антискользящей поверхностью, позволяет перераспределять нагрузку и выбирать комфортное положение рук для тренировки. Высота руля регулируется. На рукоятях расположены пластины для измерения пульса. На тренажере установлен монохромный LCD-дисплей. На нем отражаются основные показатели тренировок. Управление простое и интуитивно понятное. В тренажере 60 предустановленных программ. И новичок, и опытный спортсмен сможет выбрать эффективную тренировку. Велоэргометр можно синхронизировать с приложениями для тренировок Zwift, Kinemap и iCardio. Это позволит разнообразить занятия, тренироваться в разных местах планеты, устраивать онлайн-соревнования и вести дневник тренировок. Тренажер оснащен подставкой для планшета и телефона. Для удобства перемещения предусмотрены транспортировочные ролики. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить обновления ассортимента.